Сегодня я вам хочу порекомендовать канал Unboxing Interview, который посвящен распаковкам и обзорам различных товаров из Китая и не только. Смартфоны и планшеты, одежда, аксессуары для фото и видеосъемки, товары на автомобильную и велотематику и многое-многое другое. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новый ролик. Ссылочка будет в описании. Всем привет, ребят! Сегодня у нас две посылочки из Поднебесной. Давайте вскроем их. Здесь у нас... здесь у нас непонятно что, оцененные 5 баксов. Это непонятно, что здесь, так что давайте аккуратненько как-нибудь вскроем. Так, не вскрыли. Попытка номер 2. И у нас здесь... непонятно что. Это у нас наушнички. Так, интересно, кстати, они у нас здесь запакованы, то есть есть коробка, но она даже, так сказать, не сделана, то есть мы можем ее сделать самим, засунуть эти наушнички и продать. Это у нас наушники, как вы поняли, якобы от компании Mi. Были у меня уже вакуумные такие наушнички, которые мне достаточно понравились. На этот раз я заказал не вакуумные, а вот такие вот обычные в форме таблеток. Ну что, первое впечатление чисто по дизайну прикольные. Как я люблю, достаточно толстый кабелетик. Есть у нас так, где-то, такой вот интересный этот переключатель. И вот сами наушнички. Ну, в стиле Apple-овских сделаны, не AirPods-ов, а EarPods, EarPods, которые были до AirPods. Ну, по дизайну прикольно, также прикольно вот эта вот коробка. Она бы по-любому в такой упаковке бы пострадала. Сделали так, что могу ее вот таким вот образом собрать и продать эти наушнички, если захочу. Ну что, давайте я их сейчас быстренько послушаю и скажу, каковы они. Стоят они где-то там в районе доллара, может чуть побольше. Ха, ну что, очередной раз я понимаю, что вот эта вот фирма, я не знаю, это реально Mi или это китайская какая-то подделка, но звучат они прямо-таки хорошо. И явно не на 1 бакс, а долларов даже на 4-5, в принципе. Вот таких вот, именно с такими, с таблетками на Алиэкспресс хороших наушников не так много, а вот эти вот за 1 доллар звучат, наверное, наравне с наушниками за 4-5 баксов, которые я покупал. Однозначно ставлю я этим наушникам лайк, так что кто любит наушники в таком форм-факторе таблетки, обязательно покупайте, хорошее звучание, прям удивили. Следующая посылочка у нас оценена в доллар. И какой-то здесь непонятный... понятное. Вот что здесь. Чикен здесь просто написано, вот. Здесь у нас курица. Не знаю, зачем я ее заказал, стоила она где-то там доллар. Думаю, от таможни испугались такую вот вещь. В принципе, в таком вот пакетике эта курица. Повторюсь, я не знаю, зачем я ее заказал. Собаки у меня нет, кошка вряд ли этим будет играть. Такая вот курица с открытым ртом. Вот как она у нас выглядит. Ну что, пахнет, конечно, от нее Китаем прямо-таки пластиком таким мощно. Ну для собаки, конечно, прикольно будет, а так... Ну или какому-нибудь ребенку чисто так поиграть. Думал, уже не придет, там вроде как у меня диспут даже по этой... По этому цыпленку открыт. Ну что, вот такие вот две посылочки. Кстати, вот такие вот вещи, думаю, многие видели у Китая рулят, что они стоят у нас там в всяких магазинах русских интернет очень дорого, а в Китае вот менее бакса, или там бакс. Вот такая вот у нас курица. Ну что, вот такая вот у нас сегодня получилась интересная достаточно, думаю, посылочка с двумя такими вот вещами. Так что подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Зовите друзей на канал и все такое. Всем пока!